Всем добрый день! Меня зовут Индира, приветствую вас на своем канале «Вязание крючком и спицами». Это вторая часть моих готовых работ, первая часть уже на канале, примерно 6 с лишним минут. Я не могу снимать долго, так как память на телефоне заполнена, я уже все очистила, но она все равно заполнена у меня. Я не знаю, что с этим делать, какие-то технические проблемы вроде. Буду снимать вот так по 5-6 минут. Вот, это перед собой вы видите комбинезон, который я связала для нашего племянника, который недавно родился. Это на возраст 3-6 месяцев. Вот, вязала по мастер-классу Алены Паращенко. Вот такой капюшон идет. Потом такое тельце, ножки. Ну, очень такой классный комбинезон получился. И к нему вот такие пинетки. Вязала из пряжи Бон-бон. Такая вот новая пряжа вышла, да? В 100 граммах, 200 метров, 100% акрил. Рекомендуемые спицы 4,5-5. Я вязала на спицах 4,5. Он до стирки был плотный. Вот у меня этот пинетки, они у меня еще не постираны, и они более плотные. После стирки он стал вот таким рыхлым. Ну, стал воздушным и пушистым, что мне очень понравилось. Он такой легкий-легкий. Ну, где-то на ветреную, сильно холодную погоду, я думаю, не пойдет. Ну, если только тепло снизу одеть. Вот, вот такой классный комбинезончик у меня получился. Также зимой я вязала вот такие шапочки пони. Это моя первая шапка, которую я связала своей дочке на 2 года. Вот, мы носили это зимой под капюшоном и весной. Он без подклада идет и поэтому продувает. Вот. Я пересмотрела несколько мастер-классов, и один мне понравился, я по нему связала. В Ютубе он есть. Не помню, как называется канал. Ну, найду, оставлю ссылку. Вот такая классная шапка, веселая получилась. Таких я тоже много вязала, и на подарок, и на продажу. Мне много заказывали. Вот. И следующая шапка, это шапка Миньон. Такая вот тоже веселая, она мне нравится. Прям такой дружелюбный у меня миньон получился. Это из пряжи детская новинка. В две нити вязала крючком номер 4 вроде. И вот такие вот полоски я связала отдельно. Ну, это из карачаевской пряжи просто. Крючком связала и сюда пришила вместе с глазками. Вот его я тоже хочу подарить своему племяннику. Вот такой веселый миньон получился. Еще я вязала вот такие береточки, тоже по мастер-классу с Ютуба. Беретки, эту беретку я связала из пряжи Vita Coco. Ушло чуть больше половины моточка на размер 52 сантиметра. Это примерно 8 лет где-то девочки, 7-8 лет подойдет. Тоже такой красивый получился. И еще одна беретка, она связана из пряжи Ализа Дива Батик. Вот, и на размер 56 сантиметров. Крючком я вязала 1,75, обе беретки. Получился такой веселый тоже берет, красивый. Ну, все однотонные, которые у меня были, я их все подарила, купили у меня. Вот то, что у меня осталось, эти две береточки. Они мне очень тоже нравятся, такие летние. А еще у меня есть вот такие пинеточки. Так. Здесь цвет неправильно передает, он такой более сиреневый, красивый цвет. Это пряжа Ализе Ангора Голд. Я вязала зимой шапочки из Ангоры Голд. И то, что осталось пряжа, я связала пинетки в две нити. Тоже по мастер-классу Алены Паращенко. Вот. Это на 9 месяцев примерно. А эти 3-6 месяцев, это я вязала из пряжи Ангора Рам. Эта пряжа тоже мне очень понравилась. В две нити пинетки получаются такими мягкими, пушистыми. Также цвет передает неправильно. Более насыщенный розовый и бирюзовый. Красивый. И здесь также вот Ангора Рам. Остаточки у меня. Ну, пинетки получаются теплые. И вот такие вот. Это Ализе Коттон Голд Плюс. Это Лана Голд. Вот. И еще вот такие вот детская новинка пряжа в одну нить
крючком 1,75. Классные такие. Ну, я вижу, такие пинетки очень много, так как у нас много родственников, много рождается детей, племянников, племянниц, и постоянно ходим в гости, дарим такие пинеточки, дарю я. Да, сегодня опять в гости пойдем, вот я подарю пинеточку, только не знаю, которую выбрать, племяннице. Вот, на этом я заканчиваю свое видео. Это то, что у меня на руках. У меня еще есть 3 процесса, которые я сейчас вяжу. Ну, как только я их свяжу, я вам покажу. Это 3 кофточки. Может, еще 4-ю начну. Ну, не знаю. Как только я их сниму, я вам покажу. Ну, скажу вам до скорых встреч.